Опасные диеты или 7 самых страшных способов похудеть. Можно долго рассуждать о диетах и неправильном питании, о самых эффективных домашних способах похудеть. Диета с питанием через трубку. Эта ужасная диета называется КЕ. Обещают, что с ее помощью можно похудеть на 9 кг за 10 дней. Ее рекламируют невестам и быстрый способ похудения на 5 и 7 или даже на 9 кг перед свадьбой. Для этого используют трубку, которую аккуратненько вводят в желудок через нос. Худеющий или жертва питается медленно стекающимися каплями смеси протеина и жиров, содержащей не более 800 калорий ежедневно, без углеводов. Продающий эту безумную программу похудения утверждает, что она абсолютно безопасна при условии проведения под наблюдением врача. Правда, пациентов не госпитализируют на этот период. По мнению ABC News, который первый обнародовал историю этого кошмара на диетической улице, врачи получают по 1500 долларов США за 10-дневный план вашего избавления от лишних килограммов. Побочные эффекты, дополнительные к похудению кошелька, включают усталость, затрудненное дыхание, нарушения со стороны ЖКТ, испуганные взгляды прохожих, пялящихся на трубку, торчащую у вас из носа. Диета с ленточными червями. Поистине опасная диета и одна из самых ужасных в мире, несмотря на то, что по степени омерзения она идеально подошла бы для фильмов ужасов, в котором жертв медленно пытают, пока они не умрут. Эта диета действительно применялась для похудения. До сих пор не стихают слухи, что с ее помощью худела сама Мария Каллас. Эта опасная диета привлекла внимание общественности на шоу Тайры Бэнкс. Аудитория шоу содрогнулась, когда перед камерой доктор вынул из банки живого червя длиной 4,5 метра. В США продажи паразитов для похудения вне закона и, разумеется, не одобрена FDA. Но их можно заказать незаконно. В таких странах, как Венесуэла, или поехать в Мексику и за пару тысяч долларов прикупить там личинок бычьего цепня. После потребления личинок они проникают в ваш пищеварительный тракт, прикрепляются к его стенкам и потребляют энергию и нутриенты из вашей пищи, вырастая все больше и больше. Через несколько месяцев придется вернуться в клинику для приема противопаразитарных препаратов, убивающих червей. Жуткие мертвые черви выходят из вашего организма. Попробуйте представить эту картину, если хотите себя закошмарить. Это жутко звучит, но чем плоха сама идея и опасна диета? В легком в случае ленточные черви вызывают болевые ощущения, тошноту и вздутие живота. Разумеется, они поедают за вас жизненно важные нутриенты, что может вызвать дисбаланс или дефицит необходимых организму веществ. В тяжелом случае черви-гермафродиты могут отложить яйца в вашем организме. Некоторые виды червей способны в ходе заражения перемещаться из пищеварительного тракта в кровоток, что может привести к появлению цисты в печени, легких, глазах, спинном или головном мозге. Это самая ужасная из всех опасных диет в мире. И представьте, люди идут на нее добровольно. Похудение с помощью ленточных червей может быть фатально. Программа Spike TV «Тысяча способов умереть» без указания источника информации рассказала о том, как женщина в короткий срок похудела на 19 кг с помощью ленточного червя. Но червь вырос до 6 метров в длину, отложил яйца, которые проникли через стенки кишечника в кровоток худеющей, и заражение паразитами вскоре убило похудевшую. Заплатка на языке. Вот это фокус. Я не шучу, эта диета вызывает ассоциации не с фильмами ужасов, в которых полоумные врачи ставят жуткие медицинские эксперименты на мечтающих похудеть. По материалам ABC News, врач из Венесуэлы выполнил более 800 таких процедур, желающих избавиться от лишнего веса. Методика крайне проста. Он пришивал заплатку из пластиковой сетки к языкам пациентов. Такая заплатка физически затрудняет глотание, причиняет некоторую боль во время приема пищи. Другой пластический хирург из Калифорнии привез эту процедуру в Соединенные Штаты. После этого, как увидел ее в Латинской Америке. Теперь он берет по 2000 долларов США за процедуру и обещает похудение на 8-9 кг за 30 дней. В результате этой операции пациент вынужден перейти на жидкую диету, после пока заплатка не отвалится. Калорийность диеты не превышает 800 калорий в день. Диета на человеческом корионическом гонотропине не нова и известна с 1950-х годов, но в последние несколько лет она снова стала популярной. Ее все еще практикуют, о ней пишут книги, ей посвящены веб-сайты, о ней даже рассуждают врачи из частных клиник. Эти дьявольские доктора делают большие деньги, торгуя подобной дрянью. Протокол диеты 500 калорий в день в сочетании с инъекциями препарата, который называется человеческий хорионический гонотропин. Что тут страшного или ужасного, кроме уколов, опасных самих по себе? Человеческий хорионический гонотропин – это препарат от бесплодия, который получают из урины беременных женщин. Он стимулирует овуляцию у женщин и сперматогенез у мужчин. Одно дело, когда диета
препарат или добавка не прошли клинические испытания, подтвердившие их эффективность. Но сам препарат был испытан десятком серьезных исследований, которые показали его эффективность на уровне плацебо. Хотя большинство экспериментов применения данного препарата были проведены в далекие 1970-е годы, остерегайтесь плохо отзываться о нем онлайн. Верующие в этот препарат набегут защищать его, как сумасшедшие орки, доказывая, как он им помог. Конечно, он работает. Колораж диеты 500 калорий в день, просто посчитайте. Похудение происходит благодаря калорийному дефициту, друзья мои, на уровне голодания, а не с помощью данного препарата. 500 калорий в день и без данного препарата принесут такой же результат при прочих равных условиях. Вы станете стройным, как тростинка. Почему я отношу эту диету наиболее опасным? При приеме данного препарата могут возникнуть те же побочные эффекты, что и при приеме тестостерона. Противопоказания к данному препарату — различные виды опухолей, в том числе гипофиза и половых желез, рак яичник, раннее наступление менопаузы. Вы уверены, что вам нужны такие проблемы? Сигаретная или никотиновая диета. Однажды некому гению пришла в голову идея, что курение может помочь похудеть. Так родилась сигаретная диета. Много лет спустя ее назвали диетой модели, потому что состоит она в основном из сигарет и воды. Рак легких в обмен на подтянутый живот и короткий путь к фигуре модели. Это похоже на честный обмен, не так ли? Возможно, вам неизвестно, что в наши дни есть фитнес-модели и бодибилдеры, добавляющие никотин в свою коллекцию препаратов. И гуру соревнований невозмутимо рекомендующие никотин своим клиентам, как будто это витамин С. Никотин — еще один стимулятор, вызывающий привыкание. Более того, я думаю, что химия в бодибилдинге и бесконечные поиски, чего бы употребить, — это безумие. И уж тем более, это безумие для обычных людей, мечтающих похудеть. Побочные действия со стороны центральной нервной системы. Слабость, головокружение, звон в ушах, тревожность, нечеткость зрения, раздражение верхних дыхательных путей даже не говорю. Симптоматика никотиновой интоксикации: тошнота, рвота, диарея, тахикардия, повышение артериального давления, отдышка, вплоть до угнетения дыхания и паралича дыхательного центра, нарушение зрения, слуха. На мой взгляд, такая диета опасна. Диета последнего шанса. Слава богу, эта ужасная диета больше не в моде. Но большой урок истории может быть полезен. Знаете, что говорят о невозможности научиться на ошибках других и обреченности на повторение их снова и снова? Эту небезопасную диету называли диетой пролин, потому что этот план придумал Роджер Лин в 70-х годах. Подобно другим специалистам, Лин создал специальный напиток для похудения. По некоторым данным, диета последнего шанса представляла собой жидкий протеиновый коктейль, содержащий 400 калорий. Хотя 400 калорий в день – это опасное для жизни голодание само по себе. Термином «жидкий протеин» в наши дни большинство людей не испугаешь. Только при более глубоком изучении сырья для протеина Роджера Лана напиток вызвал серьезное беспокойство общественности. Этот напиток не был замечательным сывороточным смузи со вкусом шоколада или арахисового масла, который можно купить в местном магазине спортивного питания. Этот протеин был произведен от отходов скотобойни, таких как молотые рога животных, копыта, шкура, сухожилия и кости. Для повышения привлекательности в него были добавлены искусственные ароматизаторы, энзимы и красители. Это настолько безумно, что никто в здравом уме не стал бы пробовать подобный коктейль. Но, между прочим, в США это сделали приблизительно 4 миллиона человек. Сейчас это печальная известная история, так как 58 человек умерли от инфаркта еще в процессе похудения. То ли низкая питательная ценность напитка, то ли что-то иное, но так или иначе это их убило. Не питайтесь отходами, такая диета может быть очень опасной. Лимонадная диета. Лимонадная диета не кажется ужасной или омерзительной, как другие в этом списке. В конце концов, нужно просто пить лимонную воду с кленовым сиропом и кайенским перцем, если быть точным. Вызывает ужас количество людей, которые ее практикуют. А это миллионы, следующие как овцы советом знаменитостей. Хотя эта диета известна с 1940-х годов, ее популярность возросла в 1976 году благодаря книге Стэнли Барроу «Генеральская чистка». После того, как несколько голливудских знаменитостей попробовали ее, она еще больше нашумела и до сих пор очень популярна в интернете. Подобная история с гормонами. Ее фанаты, как стадо зомби, жаждущих съесть мозги, набрасываются на каждого, кто критикует их диету. Откуда взялся этот бешеный культ? Я думаю, дело в большом ореоле слов «чистка» и «детокс» в сочетании с похудением. В действительности, многие люди затрудняются сказать, хотят ли они почиститься или похудеть. Несмотря на то, что «чистка» и «детокс» — лишь бессмысленные и смутные термины, согласитесь, 600 калорий в день – это еще одна голодная диета. В отличие от голодания на жидком протеине, эта чистка –
ужасающая катаболическая, мышцы пожирающей диетой. Кстати, каннибализм тоже довольно-таки ужасен. Некоторые фанаты гордятся тем, что истязали себя этой ужасной диетой в течение 40 дней. Работает? Конечно, если вам нравится быть тощим как скелет и слабым как котенок, это же настоящий обман. Уж лучше почистить полки холодильника от вредных вкусняшек. Модные диеты не исчезнут, старые диеты возвращаются, а новые изобретаются. И люди, позволяющие эмоциям или влиянию социума, а не критическому мышлению, контролировать свое поведение, всегда будут поддаваться искушению. Люди – это эмоциональные и нетерпеливые создания. Так что соблазн модной и быстродействующей диеты всегда будет привлекательным. Но некоторые диеты по-настоящему опасны. К счастью, несколько простых изменений в мировоззрении способны удержать нас на правильном пути. Во-первых, здоровье должно быть высочайшей ценностью. И уже одно это способно удержать вас от очередного модного поветрия. Во-вторых, забудьте о похудении, думайте о том, как сжечь жир и нарастить мышцы. Дело не в весе, а в том, из чего он состоит. Усвоив этот принцип, вы автоматически будете избегать безумных диетических планов, пожирающих ваши мышцы. В-третьих, старайтесь улучшить спортивную форму и увеличить силу. С помощью диеты можно только похудеть, а спортивная результативность достигается только тренировками. Поверьте моему опыту, не существует волшебных диет, но правильное питание в сочетании с тренировками и разумными мысленными установками настолько близко к волшебству, насколько это возможно в жизни. Берегите себя. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!